У меня идея. Я буду записывать, как ты их проходишь, а потом посмотрю сразу 10 записей. Получится более концентрированный научный продукт. Да, кстати, для этого нужно проходить их в 10 раз быстрее. В любом случае, дай мне отмашку перед тем, как найдешь решение, хорошо? Не хочу испортить тебе финал при просмотре. Thank you.
нашла решение, да? Я же просил тебя предупредить! Ну почему ты так все усложняешь?